когда-то все феи были большие, а теперь они маленькие и живут среди нас. Обучаемся секретам и магическим предметам в школе феерических наук. Сны, мечты и настроение, цвет фиала, вкус варенье — это дело наших чудных рук. Да-да, мы феи, 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 феи. Раз, два, три, четыре, пять. Феи, 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 феи. Чудеса вас ждут опять. Пытаюсь расшифровать лунный язык. Лунный язык мертвый. Расшифровать его пока никому не удалось. Он долгие годы был запрещен, и его постепенно забыли. Известно значение лишь отдельных символов и слов. Ой, как классненько! А что он скажет вот про такие символы? О, блондинка в науке. Прячься, кто может. Думать о мальчиках у тебя гораздо лучше получается. Между прочим, я тоже в курсе научных достижений. Про всякие там прорывы в шифровке лунного языка. Прорывы, Буся. А я так и сказала. В моем журнальчике об этом писали. Влюбленные взгляды. Смотри, я всюду ловлю. Хоть многие мечтают быть со мной, лишь ты будешь рядом, тебя я люблю. Я хочу открыть тебе свою волшебную тайну. Всем доброе утро! Доброе утро! Вот видишь? Я интересуюсь не только мальчиками, но и перерывами. Это вы о чем? Терция, а почему лунную магию и лунный язык запретили? Лунная магия сильная и опасная. Например, она может менять свойства предметов. Кардинальным образом. Так, что достаточно на сегодня посторонних разговоров. Тема урока – восстанавливающие заклинания. Можно я? Это заклинание, которое помогает восстановить испорченный или сломавшийся предмет. Ой, а где мой журнальчик? Дрема, это ты взяла? Ага, давно мечтала подобрать себе какое-нибудь золотое платье. Феричное. Починись, исправься, склейся, больше никогда не вейся. Молодец, Буковка. А еще я разработала. Спасибо, в следующий раз расскажешь. Урок окончен, можете заниматься своими делами. А лунная книга? Лунная книга? А что с ней? Вы ее взяли и не вернули. Я взяла? Я? А, да, ага. И правда, взяла. Это... Феник, кофейник, что с ним? Будто водой окатили. А куда дрема делась? Она так быстро улетела. Так, что там буква бубнила? А, починись, исправься, склейся и больше никогда не бейся. Фейстер, клейстер, я не это имела в виду. Давай расклеивайся обратно. Ну, глупый журнал. Даже имя его не успела прочесть. А теперь не видна ни одна буковка. Буковка. Буковка! Вот кто все исправит. Проще простого. Ага, спасибо. Погоди-ка, это ведь журнал Бусинки. Зачем он тебе? Ну, там, это, как ее... Все ясно. Тебя заинтересовал мальчик с обложки. И ты еще смеялась над Бусинкой. А сама... Влюбилась. Теперь-то мы все про тебя знаем. Ну, ты даешь. Нет, никто не должен узнать мою тайну. Теперь надо повторить то же самое с блокнотом. Странная штука. О,
Сработало. Подчинись, исправься, склейся, больше никогда не бейся. Зачет. Склейтесь фрагменты, расклейте страницы, форма к блокноту, пускай возвратится. Почему-то не исправилась, и я не нахожу разумного объяснения. Дрём, признавайся, что ты с блокнотом сотворила? Да я что-то там с лунными заклинаниями, это, ну... Вот к чему приводит использование данных, смысл которых тебе недоступен. Да-да, буковка, я больше никогда не буду, тра-та-та, все дела. Сделай что-нибудь, а, пожалуйста. Ладно, сейчас. Вот, электронная копия. Послала на печать в наш принтер. Спасибо, буковка. Ты настоящий друг. Лишь ты будешь рядом и ждет нас, поверь. Любовь и счастье, волшебство. Я... Провела спектральный анализ. Изучила спектры взаимодействия материи, из которой... состоит блокнот. Чего? Да выяснила, что с твоим блокнотом случилось. Из него исчезла магия. А разве такое бывает? А чего это тут у тебя за обломки еще? Это я эксперимент ставила, научный. Ты? Эксперимент? Дай хоть посмотреть. Может, я что-то полезное порекомендую? Нет, это секретная информация. Обожаю секретики. А мне расскажете? Да отстаньте вы от меня. Это же мой журнал. Дрёма, зачем ты его взяла? И почему он весь такой... такой... разбитый? Ох, ладно. Готовьте уши. Ну, вот так. Я думала, буковка починит, а у нее не получилось. Феечно! Дрёма влюбилась в фоточку, с ума сойти! Феника, Феник, да не влюбилась я, просто фотка понравилась. Ну, это композиция, там, светотень эффектная. Я вообще люблю красивые кадры. Понятненько. Ну, я раз не влюбилась, значит, и познакомиться не хочешь, правда? Вот еще знакомиться. Вот, видите? Нужен он мне, как амебе валенки. Нет, это катастрофа! Пробоина в силовом поле нашего дома! Смотрите! Феськи веник! Феерично! Красиво! Если таких трещин станет много, мы вообще не сможем здесь жить! Причиной ее возникновения являются микрострессы, а точнее излишние переживания человека. Или фееринки. Что? Да это не я! Ну да, не ты! А кто тут по обложке с ума сходит? А может, это ты в какое-нибудь платье не влезла? Да влезла я во все платья! Или фантик. А где фантик? Привет! Тебе нравятся цветики, конфетики? Ой, фантик! Фантик, смотри, стой! Какой! Фантик! Фантик, что с тобой? Очнись! Фу, слава фее мерцания, ты цела. То никто меня не замечает, то все кидаются. Ой, что с моим конфетиком? Он завял. Из него вытянули всю магию. Чудо, что фантик не попала в эту вспышку. Нужно срочно это ликвидировать. А может, она голодная? Может, ее надо покормить? Фантик! Гениально! Фантик! Мы используем закон умножения магической энергии. Несите все волшебное, что у вас есть, а я принесу свой дубликатор. Это все я виновата. Надо было дешифровкой лунного языка заниматься, а не всякими глупостями. Посмотри на дело иначе. Если бы не твоя тяга к той фотографии, мы бы вообще не узнали про трещину. И это могло очень плохо кончиться. Да уж.
Надо поскорее все это забыть. Кто-то Дрёма? Ты написала мне, что мечтаешь со мной познакомиться. Я ценю всех своих подписчиков из Фейнета. И с каждым встречаюсь лично. Ибо мою красоту нужно видеть воочию. Слушай, суперски поболтали, но мне уже пора на следующую встречу. Девчушки, автографы в следующий раз. Всем чмоки. Пока-пока. Странный какой-то. Да вообще какой-то индюк самодовольный. А в интервью казался вполне ничего. Извини, Дрёма, что я ему написала от твоего имени. Я ж не знала, что он такой. Да ладно, не бери в голову. Как же забрать у Дрёмы лунную книгу, если она с ней не расстается? Мы вместе, это волшебство. Видим, как объемное волшебство раскладывается на отдельные магические секвенции. А теперь внимание. Сейчас я продемонстрирую вам безграничные возможности магии. Магия 8-го уровня! 150 килофей! Для образованной феи это несложно. Вот так! Кулинарное шоу! Я знаю, процесс такого уровня разбит на несколько элементов. Цветочная магия, призывающая заклинание и исчезновение. Спасибо, Буковка. Именно эти заклинания вам и нужно будет потренировать к завтрашнему дню. Тебе, Бусинка, заклинание цветения. Ты, Фантик, займешься исчезновением предметов. А ты, Дрёма, как у тебя с призывающим заклинанием? Никак. Ну тогда его и потренируешь. О, тоска. Все, урок окончен. А мне что делать? А тебе? Ой, давайте я помогу. А тебе? А ты иди и изобрети что-нибудь ненужное. Ненужное? Вырос стебель, вырос лист. Прорастает цветок. Цветист. Ну, хоть малюсенький бутончичек. Ну, пожалуйста. Выброс стебель, выброс, вырос лист, пророс... Ай! Кысь-брысь. А как же дальше? Да нет, не так. Она не так должна была исчезнуть. Меня лунная книга ждет настоящее волшебство. А я тут чики-брякаю. Чаки-бряки, чики-брык, брячик-мячик, срочно-дрык. Эй! Эй, ежик лысый, призывайся уже! Чики-бряки, чики-брык, мячик, срочно в руки, брык! Есть! Что это? Фигелейки! Вот, я сделала. Не получается у меня этот цветок. Смотрите, что я нашла. Феерично. Какая штучка стильненькая. Откуда она взялась? Наверное, из сундука. Но вроде никто ничего не просил. Помните, иногда сундук сам выдает волшебные предметы. Никто не знает, зачем и почему. Бронза, золото, возраст около 5000 лет. Это... Талисман удачи. Редкая и опасная вещь. Он дает силу любому заклинанию, с ним все получается, только... Не все, что знаешь, стоит рассказывать, Буковка. Вот бы у меня такой талисманчик. Цветочек вырастить.
Фея мерцания? Да, один раз. Чего-чего? Фея мерцания поставила на талисман защиту. С тех пор одной фее талисман помогает только один раз. А вашим талисманом должен быть учебник. Ну и пожалуйста, подумаешь. Так, все-все, возвращайтесь к своим делам. А мне пора готовить обед. Вырос стебель, вырос лист, прорастает цветок цветист. Феерично! А вдруг еще раз сработает? Феерический бальзам, придающий блеск глазам. Не работает, жаль. Вот теперь у меня точно лунное заклинание заработает. Заодно узнаю, для чего оно. Глэд голд ладнол млод адлок Тладуалба адлэглок. Феник-кофейник. Это я чего? Вывернула комнату наизнанку? Как же теперь мне все исправить? Буковка. Верните мне голос. Верните мне голос. Терция это прям вообще. Мало того, что талисман спрятала, еще и голоса тебя лишила. Терция права. Талисман опасен, и мне он не нужен. Ой, скажите, мисс Могущество, думаешь, ты и без талисмана все умеешь? Спорим, защиту феи мерцания ты взломать не сможешь. Элементарно. Фея, которая еще не пользовалась талисманом, должна сказать: «Защита, сломайся». Что-что сказать? «Защита, сломайся». Да, получилось! Буковка, ты гений! Обдурила талисман! Он взломал сам себя. Стой! Талисман опасен. Бум-бряк, шлеп-шмяк! Мамочки! Тихо! Заклинание не мило, пусть вернется все как было! Феерично! Ой, как тебе удалось все исправить? А Буковка взломала защиту. Так, что бы еще сотворить? Дрема, Бусинка, обед готов! Уже идем! Стрелка гнутая. А может, не страшно ведь, если я попробую один раз? Подчинись, исправься, склейся! Больше никогда... Винтик выпал. Винтик выпал. Буковка, что ты сказала? Починилась. Так просто. Верните мне голос. Прости, забыла. Ну, тут просто компрессионный рычаг. Если его неправильно сдвинуть, то выпадает винтик. Я ведь понятно объясняю? Да-да, очень увлекательно. Но пора обедать. Кысь, брысь, испарюсь. Фантик, это похвально, что ты тренируешься даже за обедом, но пюре все равно придется съесть. Никогда у меня это исчезательство не получится. А у меня все получилось. Правда, красивенький цветочек? Молодец, Бусинка. А теперь попробуй заклинание на засохшей герани. Да легко. Я все съела. Спасибо, очень вкусно. Дрема, Бусинка! А ты, Буковка, останься. Надо доесть пюре. Но... А я сейчас еще одно лунное заклинание попробую. Нет, уж не моя очередь. Мне герань нужно вырастить. Да чтобы у тебя на голове герань выросла. А у тебя верблюжьи колючки. Ну, держись, я сейчас обломаю тебе крылышки. А я наколдую тебе хвост. Я тебе два хвоста. Отдай. Остановитесь немедленно. Сама остановись. Ура, у меня
Правда? Я молодец. Ой. Что ты наделала? Отмени заклинание. Скорее, верни талисман. Что вы тут устроили? Ну, молодцы, нечего сказать. И что только у вас в головах? Герань, как вы и просили. Все работает. Как же разгадать этот секретный символ? Прорастает цветок цветист. Тоже мне талисман удачи. Одни неприятности от него. И зачем он только появился? Никто не знает, когда и почему жизнь выдает волшебные предметы. Кысь-брысь, испарись. А может, это было испытание? Испытание? На что? Готовы ли мы к настоящему волшебству? Мам, можно я мультики посмотрю? Катя, иди сюда. Ты видела когда-нибудь такой цветок? Ну и чудеса у нас творятся. Настоящее волшебство. Что меня сегодня ждет? Пусть будет 4. И что вся эта красота значит? Подожди ты! Грямма, привет! Мы тут в кино собрались, пойдешь с нами? Да не сможет она, маленькая еще. 14 лет маленькая, ну ты и сказал. Феи до 16 не могут летать без силового поля. Как бы тебе этого не хотелось. Это держит, мой друг. Вот зануда, да? В общем, будем у тебя через час. И что-нибудь придумаем. Что надеть? Что же мне надеть? А как же я полечу? Терция. Терция! 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 Ну, как же тебя открыть? Фейки-лейки, да где же она? Терция! Ну, что там опять? Терция, Терция, ну где вы? В чем дело? Терция, меня эклер в кино пригласил, но Диджит сказал, что я еще маленькая. А вы же можете сделать так, чтобы я полетела без силового поля? Если я не отзываюсь, значит, занята. А ты действительно еще маленькая. Летать без силового поля ты сможешь 16 лет. Но только если будешь серьезно относиться к учебе. Ну вот ведь училка, вредилка. Сами вы все маленькие. А я все равно полечу. Дрём, ты куда? А мне можно с тобой? Нет, я с эклером в кино. Но мы же еще не можем летать без силового поля. Да ерунда, надо только по-настоящему захотеть. Эльфа же летает с 12 лет, а мне уже 14. Все, с сегодняшнего дня я эльф. Даже лучше. Ты не эльф, ты фея. Мне просто нужен летательный аппарат. Ух, шутся. Только что из принтера. Свеженький. Ой, какая штука. А как она работает? Сейчас узнаем. Чего там узнавать? В Фейнете ясно написано. Летательный модуль для фей. О, не очень он летательный. Дрёма, ты это же не весь аппарат. Ты распечатала только одну деталь. Еще крылья должны быть и... Ну, может, хватит уже сообщения слать? Полетели уже. Вот зануда и есть зануда. Мы вылетаем. Будь готова через 20 минут. А? 20 минут? 20? Буквочка, придумай что-нибудь, но скорее, мне очень надо. Хорошо, хорошо, не волнуйся. Все успеем. Вот летательный модуль. Он управляет крылом. Все системы контроля находятся под верхней панелью. Модуль? Потому что модный? Класс!
А это педаль старт. Ух ты! Полетела! Тормозить-то как? Ну, там специальное плоскостное крепление. Нужно только силу натяжения рассчитать. Тормоз нашла. Дрём, ты на Диджита только не обижайся. Он вообще-то нормальный парень. Будем через 10 минут. Фейки-леки, через 10! Дрёма, не паникуй. Сейчас новый модуль соберем. Нет уж, хватит этих детских конструкторов. Пришло время взрослой магии. Мы не взрослые, мы дети. Ты что, волшебную сферу запускать умеешь? Ну что там уметь-то? Я 100 раз видела, как Терция это делает. Ой, девочки, что-то такое! Буря начинается? Это Дрёма улетный шар конструктирует. Феерично! Ого! Ну надо же! Получилось! Лечу! Я лечу! Шар ее съел? Нет-нет, Фантик. Но сфера переместила ее. Могла куда угодно закинуть. И не просчитаешь. Феник-кофейник, где это я? Как меня сюда зашвырнуло-то? Буква, Буся, Фантик, Эклер! Свобода смотрит у нас небосвода. Я ведь не кукла безвольная, в ловких руках кукловода. Крылья дрожат за спиною, жить не хочу за стеною. Здесь я одна, словно луна, прочь улететь я должна. Розочка, эклер подарила я. Как же? Помогите! Кто-нибудь! Эклер! Это она! Я слышал ее голос! Дрёма, я лечу к тебе! Надо на 2 этажа подняться. Веревку возьми. Ага. Там волшебство не работает. Вот настоящий, не волшебный. Сейчас мы их вытянем. Ой, отвязалась. Они летят прямо на винт. Я улечу, я смогу. Настоящий выручатель. А мы с тобой крутая команда. Здорово ты все придумала. Это был единственный логичный план. Я бы без тебя не смогла полететь, а ты бы без меня их не нашел. Феерично!
Вы настоящие герои, особенно ты. Спасибо. Буковка, у меня есть интересная гипотеза по поводу функциональных возможностей. Еще один умник. Мне же этот узорчик сегодня снился. А в кино-то опоздали. Да и ладно, я тебе все подробно расскажу. Битый циферблат. Ничего не получается. Что я здесь делаю? Тайна не разгадывается, дети не слушаются. Училка-вредилка. Вот я кто. А чего я, спрашивается, ее не пустила? Может, и правда из вредности. Надо сделать ей магическую сферу. Пусть хоть кому-то будет хорошо. Дрёма, я подумала, что в виде исключения ты могла бы слетать сегодня в кино с... Да нет, спасибо. Мы уже сегодня налетались. С эклером. Простите, извините. Ничего, ничего, мне все равно уже пора. Ну да, пора искать ключ. Буховка, быстрее. Я больше не могу. Ой, девочки, какие у вас игры не фейные. Давайте лучше дискотеку устроим. Бусина, выруби этот мармелад с сиропом. Ничего ты не понимаешь. Эта музыка вошла в топ. Под нее топают? Согласно новейшим исследованиям, высокий рейтинг не является показателем качества. Какие вы зануды! И музыка вам не та, и топы вам не те, и... По-моему, Бусинка обиделась. Ничего, пообижается и перестанет. Ой! Почему мы все время делаем то, что хочет Дрема? Или Буковка, или даже Фантик? А я... Никто меня не слушает! Только обижаюсь! Коробочка? Откуда это? Какие классненькие! Наверное, сундук мне подарочек сделал, чтобы я не расстраивалась. Такой высокий каблук. Феерично. Я самая красивая красавица. Просто мисс Феерия. А ведь я еще и самая умная умница. И талантливая талантливица. И музыкальный вкус у меня самый... Про поиски Паудиного талисмана ни слова. А как же предупреждение? Так, лучше заглянуть в фейчат. Самые волосатые. И ручки самые ручные, и душа самая душистая. Бусинка, что это с тобой? Что это за туфли? Где-то я их видела. Что за великолепные туфли? Бусинка, ты потрясающе выглядишь. Конечно, а еще я бесподобно пою. Поразительно. А я и не знала, что у тебя такой превосходный голос. Да вы не представляете, сколько у меня талантов. Так и быть, спою девочкам, хотя они и не заслужили. Чао, Терце. Она же ужасно пела. Почему я сказала, что у нее превосходный голос? Ой, ладно, я же в чат хотела. Стоп, под своим именем заходить нельзя. Как бы мне... Ага. Добрый день, полуденный талисман.
какая ужасная буря была вчера. Не понимаю, почему не использовали для защиты полуденный талисман? Ха! Да его уже полгода никто не видел. А два дня назад король провел тайное совещание. Не к добру это. Что-то случилось, вот увидите. Неужели феерия в опасности? Что же делать, что же делать? Ведь теперь проверки начнутся. Разумеется, начнутся. И сегодня ровно в 5 пополудни проверка будет у вас. Потребуется особая магия. Я тебе отправила одну вещицу, она поможет. Вещицу? И где она? А, наверняка у меня в доме. Феки-леки, опять! О, какие туфли! И какая музыка! Бусинка! Чего? Дрема, ты не заболела? И правда, отличная музыка! Класс! Ага. Давайте танцевать! То-то же! Только нужно вас приодеть, а то вид у вас какой-то... Музейный! Не дискотечный. Платье просто невероятное. Еще бы, это же Версаче. Последний писк моды. Надо передохнуть. Передохну, а вы танцуйте, танцуйте. Какие у тебя туфли прекрасные. Каблуки прямо ух. А можно, можно мне померить? Ну, я даже не знаю. Это совершенно не твой стиль. Ты в них будешь такая смешная. Бусечка, пожалуйста, я примерю и сразу верну. Так и быть. Ты же моя сестра все-таки. Да выключите кто-нибудь этот ужас! А зачем я напялила это дурацкое платье? Нужно оно мне как жабе парус. Что же это за туфли такие? Ну-ка посмотрим. Туфли всевластия! Туфли на высоком каблуке или туфли всевластия дают феи, которые их надевают, абсолютную власть над другими феями. Буковка, какая ты красивая! Я такая же красивая, как бусинка. Букочка, ты намного, намного красивее и в 100-500 тысяч миллионов раз умнее. Да ты, буква, вообще гений. Эх, вот бы у тебя научиться быть такой умной, красивой. Научиться? А что это мысль? Точно, буду вас учить. При этом состояние равновесия определяется функцией, характеризующей распределение плотности энергии излучения заключенного в этой полости по всевозможным частотам излучения при постоянной температуре. Что здесь происходит? Терция, вы опоздали на урок. Что надо сказать? Буковка, можно войти? Можно, но чтобы это было в последний раз. Идите на место и доставайте тетрадь. Ой, а я это... Тетрадь забыла. А голову вы случайно не забыли? Голову нет, не забыла. Вот голова. Итак, какой функцией определяется состояние равновесия? Лес рук. Потя, потом у нас урок. Фантик, что я сейчас сказала? В расстояние полновесия в лес друг. Да... Для особо одаренных, повторяю, состояние равновесия. Хватит уже этого обучательства. Давайте играть. Играть? Отличная идея, Фантик. Какая ты у нас молодец. Фантик, ты самая умная. Браво! Влево! Вверх! А теперь... Так, все, хватит уже командовать.
Конечно, Дремочка. Ой, какая ты красивая. Фу. И очень-очень умная, мудрая, гениальная, образованная. Да что ж такое-то? Хочешь, мы будем зомби? Ты ведь любишь? Да, супер план. Вы и так как зомби. Совсем уже ку-ку. Дрема, что нам сделать, чтобы тебя порадовать? Чего вы все пристали, феник-репеник? Ничего мне от вас не нужно. Но нам очень-очень-очень хочется сделать тебе приятное. Дрема, пожалуйста, скажи, что? Идите вы все спать. А где прикажешь спать? Да вот хоть здесь. Как скажешь, Дремочка. Посмотри, вот так, правильно? Правильно, правильно. Ох, ух, наконец отстали. Да чего ж туфли дурацкие? Пойду и Клеру позвоню, расскажу. Вот он обхохочется. Ну, конечно. Это же туфли всевластия. Особая магия. Это их мне прислали. Королевская разыскная служба. Уполномоченный страж. Жетон номер 317. Чуть не забыла. Я же Дрема. Добрый день. Чем могу быть полезна? Фея Дрема. Идентификация пройдена успешно. Я фея Дрема. Учусь в этой феерической школе. Ищу незарегистрированные магические предметы. Должен осмотреть помещение. Наставницы Гренни сейчас нет. А без нее нам нельзя пускать посторонних. Должен осмотреть помещение. Должен осмотреть помещение. А я сказала, нельзя. Вам придется удалиться. Приказано удалиться. Приступаю к выполнению. Веник, может, хватит уже? Целый день над нами издеваетесь. Будете знать, как брать чужие магические предметы. Заткните уши. Проверка не пройдена. Отчет стража отправлен на дополнительное расследование. Жди новых проверок. Давай поиграем. Нажми на колокольчик. И будешь узнавать про все новое. Ставь лайки! Много лайков – это так феерично! Научный подход предполагает подписку на наш канал. И ты подпишись. Просто класс!